Выбрал, чтобы одну кнопку жать. Ну вот именно, нахуй напрягаться, когда можно одной кнопкой, блядь, в топе быть. Ну типа, одну кнопку жмешь, 20 кадпс есть, достаточно. И типа можно говорить, типа, вот вы все раки, блядь, там по 5 плюс кнопок жмете и 25 даете, а я одной 20, если бы я 5 жал, я бы 100 давал, типа. Раздавак вообще там тотем ставит и заебись. Не идите, привезите. Он его даже не ставит. Да раздавак, пиздец, давай раз, попробуем, ты будешь тупо ставить тотем на боссе, и все, и не бить больше ни... Слышишь? Забери босс. Отведи в сторону, трэш победить. Ну, пиздец. Забрал. Ну, блять, вы сразу... В сторону. Блять, трэш заберите, а чё вы не там? Это у нас традиция такая. Трэш, блять, заберите. Бегает, тареет. Рахил мой народ. Чё? Босс агрился, блять. Бля, я не удивлен, что у меня туда подъехал. Один, блядь, забрал босса, постояли в стороне, трэш дадили, все, блядь. Там наматерились, что СС. Вас файн? К сожалению. Я ливнул на минуту. Не надо убегать, блядь, кто туда поубегал? Лёха встал и умер. Хуя вы туда бежите? Да, давай. Чё, живые есть или крестом стать? А, всё, вижу. Да вон бегает живой. Бабл, спасибо, что живой. Красная шляпа. Амир, знаешь, что прикол? Вот я вот если поставлю там, этот бой в запах с резким, даже сок хэм, ничего не надо. Так, рыбу ставлю. Бегите. Дайте рез, что ли? У босса справа. Да подходи ближе, не бойся. Я не понял, чему ты это кисаями мне написал. Спасибо. Я сейчас просто ору. Чё там? Я тебе вред не кидал вообще, если что. Слышь, Уэйт, а у тебя усилки чё, в КБ кинуты, да? Да. Да. Я не кидал тебе вред. Там просто пух вышел. Чё, может людей в коридоре резните, нет? Ты вообще агро держишь, блядь. Ну, убегает в ебеня, блядь. Ебитесь сами, как говорится. Не можете нормально сдохнуть, как мужики. Кто-то, я помню, нас на совете рез просил. Дживса дал кто-то, да? Все, давай мы, народ, по чуть-чуть. Клево. Че? Там если босс обходит, нет. С другой стороны там одного-два моба привел и поехал. Этот сагрит босс или кто, я хуй знает. Блять, смотри, что можно босс так агрит. Не знаю, ты что очковый, я помочь что ли? Вот нормально вроде. Народ забирает у
Так, у меня на этом. Иногда багается хилбо в ДД. Вообще этот, я не вижу, если кто-то дохнет. Ну, точнее, я вижу, если кто-то дохнет. Там, блять, допустим, кого-то просаживают или что, я не вижу этих. Мне просто спасибо. Все живые, и все заебись. А по рейчату я только вижу, что кто-то. Шаки, у тебя танка есть спек вообще хоть какой-нибудь? Спекнешься на этого босса? Там трешак будешь ловить всего лишь. Помогать. Народ это там, если что, подхиливай. Сейчас ему там насуют. Последний. Это народ последний трешат. Чё, пуляем или чё? Сейчас шкаф какой-то. Днём. С тобой. Вылезь. А дайте, нажимайте на портал, парни. Блин, ну взяли, короче, ставлю рыбу. Смыть тут тоже. Странный спик, конечно. Кого, у меня? У Шаке. Ну, он гибрид, он же сказал. Как и у меня ж. Это не гибрид. Нет захвата рун. Это, смотри, делаем. Это. Тогда ты воет на боссе. Mm-hmm. На боссе. Мой народ... Редвар, там будешь помогать вместе с Шаким народу. То есть, если он под боссом, то вдвоем там трэш забрали. Потом он вернулся, вы подошли под босса, скинули и так далее. То есть, вы вдвоем, народ, и вы на боссе.
Так, по Омену. Раздавака у нас топ, да? По агро. Раздавака. Не, по... Кто? Редвар? Ардит. Кто не, уж? Редвар... Блядь, это в танке буду. Где хоть хочешь кидать? Кого-то? Да, мне надо на ДД. Кто на... больше всего рвет? Народ. Народ. Блядь, на Монорота лучше. Да тут не... никто не сорвет. Не, надо те, кто босса бьют. Рады кидай. Даю проверку. Делорус. Готов? Все, все готовы. Зайдите все только, блядь, за эту хуйню. Босса не бейте вообще. Только они соревнуемся. Да, босс. Босса не трогайте, пока не поставит. И начнет набирать его. Ена, уйди оттуда. Пуляй. Пулять? Че, пора домой будет накручивать будешь, да? Пулять, блядь. Зайдите за стену. Ну, естественно. Да, Гросс, иди. Третий раз. На фонтане. Как здесь можно? Не ты один, я уже третий раз. Я уже 5 раз побывал. Каждая, блядь, эти. Каждая фонтан. Здесь. Убираю жатву на жатву. Ничего, спорить с дезуроном. О, опять, блядь. Он над тобой стебается, сидит. Подбираю жатву дать, короче, и это. Ни одной жатвы не могу дать, блядь. Нет.
Это босс, это типа все вот так. Чего, сука, трэш держит? Я не знаю, что монород держит. Почему он Делоруса не кидает, девку не кидает? В смысле, я два раза, блядь, летал уже. На Гере сразу улетел. Вот чем он... докажешь, Гена? У меня, я могу фоновую запись. Вот чё. Могу сохранить. Не вышло. Дим, можешь дать? Типа, если я тут в сове, я вообще с фонтанов не вылажу. Да Гена, шутка же, ну. Рада скидывает. Скидывай и сорвешь. Гриб скидывай, стопай. Вот, я же выдал сразу бы с 17 на 12 позицию. Стоило добежать до босса. Раздавака, а там же этот тотем неуязвимый, то есть его даже мобы убить не могут. 85. Просто сила великого протовара. Перфид. Нерв, блять, сет. Нерв протовара. Представьте, что будет 105. Энха нерфить, блядь, пора. 100 тысяч дал, да? Надо, кто трэш-то будет заливать? Все время же кому-то свитчится, говорите. Вон, пусть заливает. Вы можете, блядь, вообще... Серьезно, не... Да, можешь спекаться обратно, Шаки. Я тоже спекаться? Да, ты тоже можешь спекаться. Жесть, там у вас дамаг, я и больше. Столько не выкладывайте, никуда не скидывайте. Блять, короче, не вод... Клуб более-менее адекватный НХ есть, чтобы тут три не одеть. С трёх шаманов, которые ролят. Да, НХ. Раздавака же. Ну, я про сплетение говорю. Тут на лоу спек 3 шамана, плюс ходит. А каких шаманы? Я знаю, у Кирсгорна неплохой уже почти. А его нету. Ну, про товары нормально, говорит, будет. Видишь, раздавака говорит, хуйня, это тренинг для... Ну, блядь, больше некому отдать. А, на ханта охуенно заходит. Ой. Нами лучше, говорят, у НХ. Паролу отдам, кто, блядь, вышел. Че, уже на третий спек тут ролят? Да, прикинь. Сплетение, да. Да, зачем мы сюда ходим, господи. Парол выше. Джонни Тотем выше. Чикаг. Так, этот, грудак. Рисомонки. Ловко тоже. Отдам. Парада. Я что-то не могу понять. У него что, 27 лямов волноступа, что ли? Нет, трэш.
это неправильно как-то записывать рекаунт у меня или что? Нет, так и есть. Зафиксить будут по-любому. Да, не только я так, то же самое. У некоторых классов у нас я, когда они бьют трэш, он записывается в босса. Например, у Элема так. У Элема раньше так было, а потом понерфили. Трэш? Ну, как сказать, у меня шипы, которые летят, он все равно записывается в каком-то боссе. А может быть... у нас роги нет. Вообще хуёво. Так, тут рога-то не нужен. Фарады на дизёнка не можешь зайти? Могу. Тут на пул-то босса только нужен от хантов, вовремя и все. Блять, у нас сейчас два ханта, во-первых. Так а вот два на пула хватит, спокойно. Ну, во-вторых, у тебя монород будет с этим еще сделать. Ну, бдилка что. Будешь таунтить постоянно, если... Ну, конечно, а что делать? Кстати, это... Блок на протопале сейчас охуя. Так, короче, раздавака. Смотрим урон. 84% босс. У мобов 15%. А мне кажется, знаете что? Это вообще заговор. Это все пиздеж, короче, рекаунт показывает одну хуйню, а на самом деле. Это знаешь, это сделано специально, чтобы потом никто не говорил, что типа они не апают определенные классы. Короче, надо НХ апать, нерфить раз в 7. Указать ДПС по сравнению, допустим, с другим боссом, да? 85. Надо раз 7 нерфануть, чтобы давали 20-ку на этом боссе. Зачем нерфать-то? Зачем нерфать? Про товары надо апнуть немножко, пиздец, потею, блядь. Ты же говорил про товары, топ. Да, так и есть. О, блядь, цепи. И апнуть стоит. Ну, видишь, про товар в лужу идет, если ты собираешь, заебись. Блядь, так не хочу, пала. Так а ты потанчи ДКшником, и все. Я не хочу, блядь, ДКшником. Я специально нашел его ДКшку, который будет... Говорить. Тут этот Шаке, что ли? А, Белорус? Ну, я же говорил там про следующую неделю, что в следующей неделе приехал. Человек 18 говорит. Вот, и там есть ДКшка, который будет. А-а-а. Не, а сейчас-то, сейчас, как он делает? Мне тут фуга реди зачехряли, что типа Illusion это мертвая гильдия, и они ничего не проносят. Поняли, да? Да кто-то откурился там. Это с гаджета гильдии, блядь. А, да, ты тоже это видел. Я был там, да, своим мейном. Да рати, пиздец вообще. Я говорю, это мертвая гильдия закрывает в двух составах фул контент. Что-то вроде как-то и утихло. Мне еще понравилась фраза, я уже два раз прошу, а я там сижу, короче, твином, мне никто не знает. Кай спрашивает дальше. Они, видимо, короче, когда я набор вел, они, видимо, подумали, то, что у нас типа все поливали, типа народу нет, типа мертвые гильдии, где-то там все дела. Я тут добирал, короче, новое мясо для гильдии. А у нас демон есть? Казум? Демоне? Его нету? У нас нет Казума, у нас девка в демоне. Ну, тогда можно тотем сменить, да? Да. На лёд поставить. Так, идите 5 минут покурите, я сейчас я на паузу. Это общий. На рогу надо заходить? Да, заходи.
Мне босса надо Войда пулить будет. Не, босса на меня надо будет напуливать. У тебя РЛ-ка на ДК и лутер на ДК. Сейчас скинется. Ассисты же в рейде есть. Они курить сейчас выйдут. Кстати, надолго. Бип, ты тут? Бип. Я на этом перекур 5 минут. Ребят, сколько нормальный ХПС из хилов, скажите, на магике Герда? На гермагике? Слушай, я туда ходила и друидом, и паладином, и шаманом. Это зависит от рейда, как он косячит, как из луж выходит сразу. Там разный ХПС. Ну, топ-1, топ-2, там сейчас какие ХПС. Сейчас спрашивают количество ХПС. Да, это вообще... Это зависит... Если у хилов большой ХПС, это либо они накручивают, либо рейд очень сильно просаживается, то есть косячит. Тут, блин, не меряется, как у вас, у ДДшек. А, это ну просто... ладно. Я просто думал, вы примерно все время открываете таблицу, ну и смотрите. Нет, нет. Тут совсем по-другому все. У нас смотрится лечение и поглощение, количество засейвленного. То есть если у всех хилов примерно одинаково, значит какой-то хэпал, например, или ДЦ слакают. Либо, допустим, если поступающий урон, как правило, на этих боссах обычно рестор друид в топе. Если какой-то по таргету, то обычно холи паладин или шаман. Это, говорю, от боссов зависит, от рейда зависит и от сетапа хилов. Это от многого зависит. Кто не курит, помогите, он меня засуманирует тут. Так, ты тут? Я там на мониторах встал и сильно волнуюсь от микрофона. Или ты их попадание 9-4 кратеря, сколько должно быть там, блядь, этих цифр раз. 4399 попадания. Просто 4400. Мне даже нравится, что сделали такой класс, который теперь может краудер снимать. Хотя я не знаю, как инхолики опять делают. Не видел ни разу. Долорос, видишь, в чем дело? Классы, которые могут убить АУЕ, они себе и огромные убивать. А тут просто неуязвимый тотем. Ну, это зависит на пол. Вроде есть они. Finish him.
Я на минуту. Дайте мне пацан. Шамики, поставьте по тему, пожалуйста, по центру, потому что у меня на визит стоит, и я скорость теряю. Там гидрос еще. Кто что станет? Вы трэш, я босс. Монрот, я слева. Ты чё? Этот, кому не надо гидрос? Да кикни меня уже. Только бдилку не снимай. Так, ладно, планета. Да, да, сист, но опыт. Он гриба убирает. Эдуард, да, сист? Или лидера при. Он отсутствует. Эдуард здесь? Да, да, здесь. Дай лидера перекинь. Прикинешь? А как лидера отдать? Блять. А помощником только. Есть исключение. Другому передай. Отмена. Другому передай. Это помощника без разницы. Вообще похуй. Помощник дал. Зум заходит. И девки лидера отдал. Все, вот. Даю проверку. Баба указ. Смотрите за агро. Обязательно. Кто там на кого напулил? Слобик на Монорота, ты на Войда. Дизёнок на... Кому что не хватает? Клик на П, не хватает, ведь. А откуда босс пулиться вообще начинает? Как близко к нему можно подойти до пула? Ну, за этот круг не заходи тут. Лок, готов? Блять,
чернотролль там что-то вылетел, что ли, он дал оранич. На пул идет. Какой на пул? Зачем ты даешь на пул? Да это, присумоньте его просто и все. Что так сложно? Антей, на ласта гриб зайдет, а ты пойдешь. Что там? Слог. Бой, чё больше. Он пришел, плюс, минус. Ну, он вылетел. Опять. Но сейчас либо он грузится и сюда его тпш, либо он опять вылетел. У тебя пинг или что? У чернотролля интернет что-то жутко лагает. Да вон, возьми другого за... Короче, все. Хер, Керса запускает. Смотри, Керс. Нажмите Белорусу. Уже есть Белорус. Бафы по Керсу все обновить. Керс, если готов, плюс. Да. Все, все готовы. Ребят, вы там заканчиваете потихонечку? Вот, по ночи стаки, а? Показывает. Три. Давай на пол, стопнули все. Топнули. На пол. На пол, блядь. Повышение.
Народ умер. Чего бы СС на Войда один лоб и второй нам народ оставили. Бак на народ. Улучшение. Что там поставлю? 4. Я в оглушении. Давай. Ну, блядь, серьезно, не могу забрать. Лобик, блядь, ты издеваешься? Где нахуй? Стоп, не цепка, блядь. На пульщик все сами сдох. Хуем. Мама, не... он что, прибивает тут? Цель. Что делать? Переводи. Я тут перевел. Все, стопнули, блядь. Где? На пола нету. Выйди. Кто ему убить? Пульщики могли. Выжил на пуле. Фас зайдет, перефас. Так, блядь. Как вы сорвали босс? Вот на пол. На пол не бесконечный. Блядь, у тебя на пол. Лёха, заикаешься сильно вообще. 4 секунды пошел стрим. Знаешь, я тебе даю на пул, а ты все еще с ним стоишь на центре, он не переводит. Я вам так скажу. Ты, ребята, начинаешь перебегать и стоишь в центре. И хуй знает, когда ты его поведешь. Я вам, знаете, так скажу. Послушайте внимательно. Босс, когда сменил свой цвет, превратился в другой цвет, тогда надо нажимать кнопочку на пулу и давать на пул. Уже время на пул нажимать. Вообще не поздно, никак. Да, особенно когда его танчит пианист, и съебется он на любого РДД сразу. Ну, потому что если ты раньше будешь давать на пул, ты просто проебешь на пул. Скажи мне, как вопрос, как, блядь, через 3 секунды под вашим пулом с нуля агро, блядь, у меня срывают босс. Тем более срывают на пульщик. Вот, читай описание. Ну, в течение 6 секунд. Через 3 секунды срывают босса, поезд. Вы, может, стопать будете на все? Смотри, Лёх, ты назначь хантов тоже вместе с Рогой напуливать на тебя, этого ебаного босса. Ресенте этого дарит. И срыва такого никогда не будет. А ты тоже напуливайте босса. Потому что по-другому будет вакханалия. Или мне на нурглет опять надо зайти будет. Так танчилось. Скоро там добегут у нас? Кир, Сотер, всего. Тяну следующий. Народ, а чёрный. Я там, блядь, не понял. Понимаете, у нас только один БР. У нас один БР. У нас, блядь, нету шанса вообще, блядь, что кто-то... Если кто-то дохнет, это ва... Дайте СС на него еще. СС на двух танках? Да, понятно, окей. Ну, блядь.
Один бой. Если ДДшники подохнут, это все. Локи. Все отслеживаются в свой дом. Шесть человек. Я пока не могу использовать. Да я же позиционку становимся. И когда трэш собирается, сначала в конец. Мне так проще будет перефазе агроном. Сопа. Блоком что-то хуярили, по нему вообще уронили. Нет, блок, блядь. Дальше урона. Меньше блока собирай. Три. Оп, все веду. О. Веду стоп. Оглушение нам. Стопнули, веду босс. Блять, такое ощущение, что я могу под боссом стоять вообще бесконечно и ничего не делать. Как ты подольше? Ну с тебя даже щиты не сбивают, понимаешь? У меня все уходит, блок, уклонение, парирование, у меня не уходит урон. Короче, стоит, я ревну. Сейчас 4, сейчас 5, через 5 секунд, там 250%.
Если время с нами год, то... Ход добивать надо. У тебя прожимки есть? Да, есть. 6 стаков, 500%. Нема, не урон 0, видишь? Короче, дал ШВ, дал, захуяривайте. Сейчас тебе еще каплю дам. Блок, парирование, уклон, блок, парирование, уклон, блядь. 0 уклонов. Свой пиздец, изи. Ну, протопалом, походу, надо. Я сказал, зачем ты вообще переводил тогда на трех? Так я вот тоже думаю, нахуя я вообще в этот переводил. Блядь, скоробей упал. Нахуя я вожу? Это же заебись. То, что упал мне. Разрочишь, мать. На мне тут не стоит на данную. Хотя... Вот. Ой, роль мейн спек. Офс. Раздавака, это нормально, когда танка убивает. Кому не надо, да? Кил вот. Так, дальше. Тоже не надо. Даю. Чет на устройство. Что-то Лёха заикаешься вообще по жести. Нерфить протопалов надо, да? А он никому не нужен, кроме меня. Тет на успех, короче. Полина! Я стояла, он просто ходил. Кто там вы? Кто выиграл? Говори, не виноватая я. И я так не сказала. Я стояла ближе к мобу, который ходил. Эдуара, давай больше никого не туда там. Он сам пришел. Он правда ходит, ну блин. Он не хочет меня отдавать, но при этом просит. У меня есть такая. Когда он мне, допустим, мне этот тринкет не нужен, у меня его не, мне он не. Вы, кстати, вот отдали, короче, клыка с обычки с Синдерей. Я что-то ути ни разу не видел там. Может, когда-нибудь там конёт? Я трэш танчил на волноступе. Ути танчил. А я Халиона танчил в РСБ спидбер. А я смотрю, что меня вообще не пробивает. На... А я вот смотрю рекаунт и вижу, что Полина на 10-м, а Кирс на 12-м. Хорош. Это что получается, Полина задер? Блин, кините урон, сколько по мне урона зашло? Ой, я уже удалил. Сейчас так. Походу там ноль, ебать. 200 да не, не ноль. Там трэш било. Просто 200 тысяч, да? По мне всё, 400. Всё. 200 тысяч всего лишь нахили. По мне 400. Смотри, сколько народу влетело и сколько тебе влетело. Да по мне 400 заебись, да? Я в следующий раз не буду тотемы на резист ставить. А чё они хилите-то? Я уверена, что кто-то забудет их поставить. А чё не танчите? Урона больше. Как вам такая идея? Лёха, лови трэш. Как вам такая идея? На полном да товара, мне... дайте. А вообще, а по-моему, всё. Босса понерфили. Может быть. Но все равно мой народ получил лям 300, пианист получил 250. Да, это круто, круто, да. Причем даже протик у нас получил 400 урона. Лёша, а ты что-то менял чему-то? Вот считай, ты 5 будет, я буду получать 50 тысяч вообще. Они меняли показатели блока. Блок и парихаст на босс. Тотем на лед и сопротивление от природы. Там стояло 2 тотема. На этом боссе нужно 2 резиста. Я просто поднимался, пока...
И от природы. И поднялся уплотнение. Я реально, у меня одна тычка от босса, блядь, не залетела. Опять заикание какие-то. Не, он говорит, у него тычка, ни одна от босса не залетела в него. Говорит, все во войд ушло. Войд? Да-да, войду. Джонни, я не упрек. Я к тому, что их нужно было потроллить. Ты видишь, как сразу тишина наступила? А что случилось? Ничего не случилось, не надо тебе это знать. Мне кажется, эта аура протовара сыграла свою роль. То, что ты там выше Кирса, так я сказал, ты молодец. Я не про ДПС, ты что, не есть. Это на народ не хит. У Кирса пинг, ты чё? Хитим на народ. Да. Короче, кто бы что ни говорил про топал имба. Про товар имба. Про тахан имба. Я что-то помню, на днях кто-то обратно говорил, что про топалы вообще не имба. Теперь имба. Потому что такая всех лучших пищ. Понимаешь, гидра сатанчу без урона от него вообще, блядь. Кирсу? Нахуя я его делал вообще, блядь, я удушил. Кирсу? Если ревность... В следующий раз пойдем, короче, если ревность не сработает, тогда... А нахуй тогда сюда не приходим? Типа, мне хоть ловить. В смысле? Ударяй ты 5, и будешь ходить. Если всё, работает, отфармленный контент. Ходим в Кагер. Ты 5 удали, и сразу Steam ему появится. Потому да я заодно КД его уже опять один. Джонни, никуда не давал. Сколько мне будешь ты 5 фармить? Не понял? Я про сколько мне будешь ты 5 фармить? Издеваешься, что ли? Не. Тут уже делать нечего. Как нечего, то другим надо... Рыбака уже это ебаное заебало. Ген, так мы Окагер не тянем, но фариков нет. Ну просто за... хотя бы туда ходить, вайпаться, чтобы, блядь, дозрон нерфил кто-то. На место ЗС-ки будем ОКХМ проводить. Да просто там... он будет видеть то, что туда ходят и убить не могут. А он будет нерфить, вот и все. Долорес, ну про тотема.